еще идешь в конце? Да. А еще будем. Давайте, ребята, много сил. Посыпаемся. Люблю я воду с парапета. Здравствуйте, у нас телеканал «Физкультурия». Мы вообще не знаем, что здесь происходит. И мы ведем прямой репортаж от клуба «Арены». А, я вляпался. В говно? Давайте спросим у них, что с меня. Люблю я воду с парапета. Давайте уже посмотрим, что здесь происходит. А, тук-тук! Ну, блядь! А, здравствуйте, а что здесь происходит? Концерт Noise MC! Это Физкультурия ТВ! Оставайтесь с нами! Люблю я воду с парапета! Мы снова с вами, и это канал Физкультурия. Физкультурия всегда с вами. Мы не представляем, что здесь происходит. Нам кажется, что эти подготовки к концерту, они просто успели купить билеты и как бы что-то тут творят. Они решили прийти задолго. И скажите, пожалуйста, как вообще относятся люди, живущие в этих краях? Давайте послушаем. Кстати, вот смотрите, обычный представитель местных. Здравствуйте, что, как вы считаете, что вообще это творится такое? Что вы скажете? Думаете по этому поводу? Я вообще не понимаю, адекватно это люди или нет? Это уже который день продолжается. Жить тут невозможно, тут дети ходят, гуляют вообще. Я сейчас милицию вызову, я не понимаю, куда вообще закон смотрит. Забери камеру, я сказала. Милиция? Я вам уже третий раз звоню, я не понимаю, когда вы приедете. Около клуба «Арена» вообще непонятная ситуация происходит. Тут находиться невозможно. Алло. Люблю я воду с парапета. Алло, слушаю. Да, товарищ майор, старший лейтенант Павел Дудкин уже на месте. Прибыл, контролирую обстановку. Все четко, нормально, да. Молодежь не хамит, не пьет, не курит. Все проходит как надо. Да, до связи. Это канал Физкультурия ТВ. И мы не умеем делать новости. На Noise всегда есть билеты в Москве.